В каждой шутке есть доля шутки. Несмотря на серьезный подход к работе, Сергей Аксенов часто привносит в нее долю юмора. К 1 апреля на страницах YouTube появился ролик с подборкой ироничных замечаний главы Крыма в адрес своих коллег. Не надо никаких программ, вычеркивать это мероприятие. Ну, конечно. Или вы хотели поработать? Не, ну есть люди, которые чертовски хочется поработать. То есть приходят вот каждый день и говорят, вот так хотим поработать, дайте только. Прикидываются все шлангами. Никто не знает там, кто это стоит, чего делают, документы никто не проверяет. Попробуйте, поставьте там, где без покровителей, где-нибудь точку на каком-нибудь месте. У вас через 3 минуты все службы будут, какие только есть на свете. Поэтому, Николай Ильич, вам персонально прокатиться на всех аттракционах. Комитет по ветеринарии, значит, Иванова Лариса Николаевна, и Россельхознадзору обеспечить сохранность кабелей, выставить охрану и мышей не пускать. Я говорю в прессе, все, что про меня печатают, если кроме некролога, я рад, то есть, как бы, поэтому это нормально. У вас банкет планируется на свежем воздухе? Нет, потом. Нет? Строго рабочий. Какой закон? Запретили. Завалят всю работу, короче. Связано это с его чувством юмора или нет, но Сергей Аксенов традиционно попадает в десятку самых цитируемых СМИ губернаторов России.